Ну, зять, к, сука, бр, ре. Слабое звено, ну погнали. Вот 8 участников сегодняшней предновогодней игры. В эфире слабое звено. О, нихуя! 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 Так, интересный поворот, блядь, всех. Ольга Прохватыла. Родом из Екатеринбурга. Живу в Москве. Актриса. Где мой... Прохватыла, блядь. Мужчины, тех, которых я любила. Ебать, реально прохватыла, пиздец. Как называют неженатого мужчину, никогда не состоящего в браке? Блядь, Людмила. Людмила, можно такой стрик не фейлить, блядь, плиз? Пас. Холостяк. Бля. Людмила. Во, это, блядь, шарит. Людмила. А, Серега тоже. Ольга. Бач, что там нахуй? Че там, блядь? Вы, Оленька, умоляю, прости. Чё, блядь? Не выкупил нихуя. Людмила. Людмила. Сергей. Нихуя не выкупил, блядь. Иван, я никак не могу привыкнуть к тому, что вас зовут Владимир. Да, в основном в театре меня зовут Лёня. Сам... Ну да, кстати, ебало на Вову вообще не похоже. Вот Лёня нормально. Вьетнамская мазь, ребята. Это и на цветы. Людмила. Поборем коронавирус вместе. Эти мужчины... Всего доброго, с наступающим Новым годом. С Новым годом, чат, с Новым годом. С новым счастьем, уже 5 февраля, блядь. Чат, с Новым годом. Какой спортивный снаряд называют так же, как вращающаяся часть телефона? Диск. Верно. Вращающая часть телефона? Че за, блядь, А, вот такой телефон. Ёбаный рот. Пиздец. Реально, ведь реально, чтобы раньше, чтобы набрать челу, нужно было полминуты на это потратить. А сейчас ты можешь сказать: «Привет, Сири, позвони моему хую». Я не вижу ход в ваших контактах. Блядь, ну вот тут, конечно, тоже проблема, она не видит хуй в контактах. Шаланда — это рыболовная лодка? Шаланда, блядь. Или прогулочная яхта? А, рыболовная. Верно, Роман. Блядь, с ней реально что-то не то, пиздец. Либо она переигрывает, ёбнешься, либо с ней реально что-то не то, пиздец. Один из вас должен сейчас уйти ни с чем. Бля, вот я бы её кикнул нахуй-то. Что-то с ней не то, блядь. По-моему, она на дозе нахуй осуждаю. Вы вообще не пьете? Воду пью. Скажите, Иван, однажды вы якобы проспали Новый год, так ли это? Блять, короче, рассказываю. Ебать, пиздец обидно было. Короче, смотрите. Однажды, короче, было это затмение ебаное, поняли, да? Ну что, типа, на несколько минут там вроде темно становилось. Я про эту хуйню не знал, ну что, типа, должно быть затмение какое-то там солнечное, блять. Я ушел срать, блядь, я literally просрал, просто невероятную какую-то красоту, блядь, я реально просто просрал эту хуйню. Я потом, когда вышел, я такой, блядь, что-то как-то темновато на улице, там уже, видимо, фаза прошла, но такие легкие потемки были еще. И я такой, что-то, блядь, темновато как-то, ладно, похуй, пойду дальше играть, и все. Поэтому проспать Новый год — это вообще хуйня полная. Ну, блядь, каждый год Новый год, поэтому похую вообще. Это не даст нам возможности заработать большого количества денег. Владимир! Я не так у нас Володя и Владимир, блядь. Халявщик. Секундочку, блядь. То есть... Я только сейчас до этого дошел. Ебать эту хедер, блядь, боже, какой я хуёвый, блядь. На кой хуй вы меня смотрите? Я же, блядь, такой тупой, просто пиздец. Вы меня смотрите, потому что я тупой? Серьезно? Блядь, чилы, я нахуй не хочу стримить, блядь, для вас больше. Понятно? Вот так вот, блядь. Рация. Володя тоже плохо играл. Роман. Ебать лицо там нахуй. Лучше. Они меня вы... К 80-му или к 90-му году Хрущев пообещал создать материально-техническую базу коммунизма. Да нет. Что? Так да или нет, блядь? К 80-му. Верно, любовь. К
Как звали ветеринара, который рассказал в своей сказке Корней Чуков? Где называют различные признаки, указывающие на предстоящее явление погоды? Прогноз? Пас! Часть рубашки и отпечатление узла реки. Кого оглушила хлопушкой? Ольгу там, вот эту, Он, по-моему, в стане просто все время, Просто в стане, Но вы можете сейчас что-нибудь изобразить? Ой, в далеком далеке шла кибитка налегке. Все четыре колеса едут прямо в небеса. Вы знаете, Оля, мне даже как-то приятно, что вы самая слабая. Прям в дурку, блядь, сука. VIP-пациент, блядь. Звено. У вас будет время продолжить свое образовательное образование. Сука. Вы самое слабое звено. Всего доброго. Спорт бриллиантового зеленого. Зеленка. Верно. Как расшифровывается слово юна? Пошло, Роман. Пошло. Юнонатуралист. Верно, Сергей. Название вина Мадера происходит от названия города или острова. Острова. Верно, Роман. Банк. Как в литературе... Ёбаный. Построенная на деньги, которые горожане платили за индульгенцию, разрешающую им употреблять этот продукт во время поста. Сыр. Нет, неверно, сливочное масло. Чай близко, кстати, правильно... блядь. Потому что обычно бути как делают, блядь. Сливочное масло и сырочек. Вот настолько близко, блядь. Сегодня вы самое сильное звено. Так вот. И вы сможете передать детскому дому Чернского района Тульской области сумму в 402 тысячи рублей. Блять, я бы такой стоял нахуй. Бля, можно не передам? Бля, можно себе оставлю, блять? Да ладно, блять. Сергей. Ну это уже, кстати, 2007 год, да. Тут разница очень большая. Тут даже ебальники видно. Вот так вот, блядь. Бля, мы что-то тут недавно с Тенькой смотрели. Вот этот, блядь, в МГИМО реально всему учат, нахуй. Вообще всему, блядь. Блядь, всему нахуй. Вот все, что хочешь, мы учат в МГИМО, да? Стримеров не учат. А, ну тогда хуйня полная. Блядь, без стримеров человечество сдохнет, нахуй. Это же, блядь, очевидно, пиздец. Мы, блядь, опора человечества. В 50-е годы называли молодого человека, носившего брюки-дудочки, желтые ботинки, узкие галстуки. Стиляга. Долбоеб. Верно. Стиляга, блядь. Марина, Ну, если я не обсчитался, то у него два неправильных ответа. И, соответственно, это самое большое количество из всех. Да, у вас какой пентиум внутри? Так. Не проверял. 2007 год, да? Нихуя. Это что, блядь, серьезно? Смотрите. Тогда уже до были, блядь, нихуя. Нихуя. Легендарный кушастый 600 тогда был. Ёбаный. Ешки, экстрим. Опеньки. У меня первый комп был на 3000-м атлоне. Вы работаете в зоопарке? Так точно. Ваше любимое животное? Собака. А Дмитрий похож на какую собаку? Хорошо, побитую, блядь. На щенка, да. Просто на щенка. По знаниям на щенка. Наверное, Марина отождествляет собакой саму себя. Я желаю Марине не оказаться моськой среди... Вы все сами собаки, блядь. Я с облегчением покидаю эту игру, потому что мне кажется, что команды там нет, а участвовать в грязных разборках мне неинтересно. А, когда всосал, говоришь, что тебе просто неинтересно. Ну, типа, проебал такой, да мне похуй, мне неинтересно, блядь. Боже, фу, нахуй. С пабгом так постоянно поступаю. Тоже, блядь, да ну нахуй, неинтересно, в пизду пойду, другое что-нибудь поделаю. Марина, полярная звезда находится в созвездии Большой или Малой Медведицы? Большой, наверное. Малая Медведица. Верно. А нахуя тогда Большая Медведица большая, если в Малой большая звезда, блядь, не понял. Не понял, блядь. Юрий, имя какого царя Иудеи стало символом жестокости? Царь... Просто сразу пас. Не, ну вообще правильно. Если б я играл эту хуйню, и если бы реально вопрос так всегда начинался, блядь, там в каком веке там что-то, я бы сразу пас нахуй. Я вообще хуй знает, как эти все даты помнить. Египте для изготовления ткани, обуви и циновок. Красник. Папирус. Вера. Флорист создает... Осуждаю. Осуждаю на всякий. Как-то немножко опасно звучит. Какая азиатская столица в 2008 году примет летние Олимпийские игры? Верно.
Она вроде худая, но откуда подбородок-то берется, блядь? Владимир, в честь какого русского химика назван 101-й элемент периодической системы? Менделеев. Верно! Нам, кстати, рассказывали, что таблицу Менделеева, собственно, сам Менделеев с бодуна, короче, придумал, блядь. Набухался, просох, блядь, и такой, блядь, и погнал нахуй. Сука, так и было. Прям вы видели, да, что так и было? Володя, вас в школе как звали, прозвище или... Вовочкой. Потому что вы... Это имя чел, блядь. Прозвище, вот как меня, например, Ламычем сейчас называют. Вот ни с того ни с сего я Ламыч стал. У меня не Кайлэйм, блядь, а я хули Ламыч почему-то, блядь. Меня Лимоном еще называли, блядь. Лаймом, Ламбертом, Ламборджини, блядь. Короче, там дохуя пиздец. Лемур, блядь. Зламантин, блядь. А в школе, блядь, у меня две кликухи было. Типа Пехтель. От фамилии, у меня фамилия Пехтелев, а Пехтель называли. А вторая кликуха, за нее я бил в ебало, Тефтель, блядь. Там, блядь, я только это слышу, нахуй. Все, блядь. Иногда сработал резист, подавали в столовке Тефтели, кто-то забегает в класс, а там типа Тефтели подают. Я уже нахуй, блядь, я уже нахуй чардж зарядил, блядь, уже влететь хотел в чело, блядь. А он смотрю, блядь, реально Тефтели, нахуй. И все, и нормально. Владимир, какое число без остатка делится на 9? 108 или 109? 108. Потому что 90, остаток, ну типа 108 минус 90, остаток 18. 18 точно на 9 делится. Блять. Ебан. 108. Верно. Но кто выйдет в финал? Узнаем после рекламы. А нет у нас рекламы, блядь. Отблок, сука. В любом случае, как пел Борис Гребенщиков, я благодарен всем стрелявшим в меня. Теперь я знаю, что такое свинец. Ох, закрутил, блядь. Пиздец. Свинец, блядь. После этих строк прям вот я увидел его, что он, блядь, короче, закидывает учебу нахуй. И... начинает просто рэпщину писать, пиздец. Это не Моргенштерн случайно? У него такое же лицо ж квадратное, пиздец, не? Не похож? Мне хуёво, ебано, мне так плохо. Там вот это вот. Наебал. Сука. Ну, блядь, похож же, пиздец. Название какой пресноводной рыбы совпадает с названием щетки для чистки бутылок? Ёрш. Верно. Я ёршиком нихуя не бутылки чищу, чат. Блять. Не. Ну я же кушаю. Блять, чел. Ты включил одного из самых противных стримеров, блять. Под еду. И теперь, блять, такой. Ну я же кушаю, блять. Ты че дурак, блять. Не в интеллектуальном поединке с авантюристкой Ирен Адлер. Шерлок Холмс. Правильно. Да. Она когда правильно отвечает, она такое лицо делает прям. Вот не замечали вот это? Если вы не заметили, примерно вот так вот. Еще у нее она худая, и она умудряется вот во время вот, это, вот этой хуйни подрубать второй подбородок. То есть примерно вот так получается. Сука, это так, это, блядь, так уёбищно, просто пиздец. Что-то у Веры такое ебало, как будто она смирилась уже с поражением, такая уже, и, блядь, ладно, в пизду КГВП, блядь, нахуй, ФФ, нахуй. Сносите трон уже, блядь, заебали, нахуй. Вера, если сейчас вы ответите правильно, вы выиграете. Какая порода комнатных собак получила свое название от китайской столицы? Чихуахуа какая-нибудь. Пекинес. Вы выиграли. Ну все, там третий подбородок прям видно было, проблеснул. Кино, и вы уходите домой. Ебать, ну посмотрите, блядь. Просто, блядь, просто. А, я, блядь, вин. Ну вот как вот, реально, ну, блядь, пап хватило часик поиграть, и все. И пиздец, и наигрались, нахуй. Какая уникальная игра, блядь. Это новая карта пупка. Ахаха, очень смешно, пиздец. Недавно вышел Alien Shooter 2 Legends. Но по факту это тот же второй Alien Shooter, только еще больше упрощенный. И
миссии растянутые. Короче, мастер объясняет. Хуйня, короче. Если бы сделали просто адаптацию старого Alienshooter 2 к, типа, к нормальным мониторам, было бы лучше. Ты, кстати, зря так насчет нурофена, это один из наиболее приятных препаратов, что касается... Я говорю как есть, мне лично помогает вот, при какой-то, блядь, ноющей боли, причем неважно в каком месте, нахуй, пенталгинчик бахнул и заебись. Но мне, не, ну, мягко так сказать, не совсем понравилось, что получается вообще в квартире, ну, я имею в виду в общем. Если говорить коротко, ребят, не покупайте квартиры с готовой отделкой, блядь. Если коротко, да, купите лучше, блядь, вообще, вот, чтобы, блядь, чисто нихуя не было, даже стен, чтобы, блядь, не было. И занимайтесь обустройством, всем вообще обустройством сами. Блядь, значительно интереснее все получится. Да, блядь, заебёшь. Хули орёшь, блядь. Я турелька, мне похую. Хватит, она быстро стреляет. Все, все, все. Охуенная миссия. Ебать, это что за пипегадрилья, блядь? Ёб твою мать, блядь. Сука. Дер 2, нет, не играл и не буду играть. Мне не нравятся такие игры. Ой, блядь. Ебать, потекушка хорошая. Сомневаюсь, что это пиздатый гам. Он выглядит как водяной пистолет какой-то. Кумара, сложность играешь? А тут нет уровня сложности. Это в оригинальных альян-шутерах есть. Нет, ну... Не, из альян-шутеров мне нравится второй альян-шутер, этот какого, блядь, который без ничего. Короче говоря, первые версии альян-шутера второго было. Где там, короче, дохуя всяких имплантов было, блядь, типов вооружения, спеков вооружения, причем тоже. Прокачка была нормальная. А мне похуй. Блять, ну и хуйня, боже. Дай выйти, блять. Охуенная миссия, суперская, блядь. Колду я забросил после того, как... Короче, Activision регнула очень интересные, забавные патенты, в которых прописана зависимость матчмейкинга от того, сколько ты, блядь, задонатил. Короче говоря, блядь, проще видос посмотреть, пизды, я не... Блять, чел, боже, сейчас опять тебе ебать не... Ой, в пизду не хочу, блять. Все нахуй, посрать, блять. Чатик, я на сегодня все, пойду чилить с Танюсечкой. Вам желаю счастья, здоровья, благополучия. Спасибо вам за компанию. До встречи. Можешь посмотреть предыдущие ролики и не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.